И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Кэт Макс и Серега, и сегодня мы играем в Гаррис Мод. Будут у нас сегодня прятки-догонялки, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Всем привет. И сегодня я буду, как всегда, убивать и догонять, а вы, пацанчики, разбегайтесь. Если вы пьете, кушайте, приятного аппетита. Серега, сейчас, ты что смотришь на меня? Маленький скин возьму, хорошо. Давай. Чтобы я был незаметный. В этом лабиринте, ребята. Карта лабиринт, кстати, Димас нашел очень крутую карту, смотрите. Карта свежак. 2019 год, 18 января. Карта вышла. Ух ты, Димас, ничего себе ты даешь. Да. Я ее не делал, Димон, я ее только нашел. Я вот. А, блин, Серега, я к тебе пришел прятаться. Привет. Одинаково думаете? Вы что? О, так сидите в одной нычке, мне будет легче вас убить. Ты уверен? Да. А, ну да, в принципе. Так, ну чё, Серёга, так затаимся, да? Всё, так. Я не двигаюсь. Вам отвернусь. Хотя не, я камеру поставлю, чтобы так смотреть. Так, подожди, подожди. Блин, Димас, пока не ищи, хорошо? Не-не-не, я выбираю убийцу. Ого, такие большие. Так, куда что тут? Блин, Серега, здесь очень классно это. Да-да-да, хорошая нычка. Здесь прям можно спрятаться, реально, качественно. Пацаны, у вас осталось 20 секунд, и я иду. Все, давай, 20 секунд, погнали. Все, я иду? Да, ты уже идешь. Все, пацаны, я готов мочить вас. Давай. Новая карта, новые впечатления. Так что, ребята, ставьте лайки и не пожалеете. Да, правильно. Ребята, ставьте лайк. Все для вас. Так, я слышу запах, знаете кого? Кого? Прячущийся мальчика. Нормально. А мальчика зовут, знаете как? Сережно. Сережно. Мальчику 19 лет. Нифига себе, мальчик, сделать первого лица для этого мальчика. Если, Димас, ты найдешь Серегу, мне придется убегать. Я поэтому не найду его. Это будет печально, если ты его найдешь. Я просто знаю, где Димон Покемон сидит. А не надо знать. Я точно не найду. Меньше знаешь, крепче спишь, правильно? Найду. Вот знаете, Кэт Макс сказал, что не найду первого, значит, я его первого найду. Посмотрим. Карта такая необыкновенная. Найдут первого Димона Покемона. Нет, не надо. Кстати, если тебя найдут, мне приходится... Под водой. Тебе придется убегать со всех ног, Серега, понимаешь? Со всех ног. Ничего, я подготовился убегать. Я тоже подготовил. Ничего себе близко. Серега, а где ты вообще? Давай я сейчас посмотрю. А, вон она, ребята, смотрите. Вот. Серега, я тебя вижу. А такая карта интересная, видел, Дима, тут такие стены полосатые. Возьми этот камеру, короче, приблизь. Так я вот могу без камеры приблизить, я на Б нажимаю. А, так, а как мне приблизить? А я никак, ух ты, блин. Это надо там забиндить, это в настройках. Да вот, прицел с Half-Life, знаешь? А, чё я летаю? Стоп. Во, я приближаюсь, пацаны. Так, давай так, предметы так возьмем, это полетаем. Сережа. Предметы? Там, мне кажется, он быстро тут нас найдет. Найду, я уже приближаюсь к вам, я потихоньку карту все обыскиваю. Поэтому. Так. Я уже вижу тень чью-то, через текстуры просвечивается. Кто-то на корточках сидит. Нет. Неправда, Димас, неправда. Неправда, да? Короче, Димон, я полетел, пожелай мне удачи. Хорошо. Удачи. Ведро, привет! Привет. Ведерко. Я с тобой за компанию похожу. Так. О, я знал, что вы где кубики. Я... Вот, блин, застрял. Пролечу, я застрял там, как кусок говна жирный. Пацаны, я вас вижу. Первый пошел. Димон, беги. А Димон где-то здесь? Нет. Арбуз летает, это Димон. Нет, это я. Арбуз-карапуз. Так. А мне нашли первого, так нечестно. Кстати, не, Серега уж первого нашел. А, да? Да.
А, ну тогда все честно, Димас. Давайте правильно. Будем Кэт Макса искать. Давай. Все, я примерно знаю, где Кэт Макс. Я возьму ползунка Молтен Фредди. Давайте встречаемся. Во, я с тобой буду, пошли. Смотри. О, я вижу, кто-то. Ты жирный, не пролазишь. Я пролажу. Ты ладишь. Ого, ты сальтухика. Ты когда прыгаешь, ты жопу задираешь. Это хорошо. Это хорошо, проветриваешь, ну понял. Жопу, да. Так, а как мне тут забраться-то, а? Ты пыхнись, наверное. А, вот так, да, скрэй-бэйби. Молотен Фредди не умеет тпхаться, Димас, вот в чем проблема. Вот тут он, Димон, вот здесь, давай его здесь искать. Где здесь? Ребята, по-моему, он в желтой комнате. А, здесь он, да? Где-то здесь. Может, он в воде? А я уже там был. Но я не везде был. Я а, Димон! Воде, да? Вот там, видишь норы? Иди сюда. Норки, видишь? Вот да? Туда, вот там он в норках. Он чё, сурок? Ой, сырок? Ой. Сурчик. Как правильно. Ну я жал. Да блин, где ты спрятался, конопатый? Ну я дам подсказку, у меня сразу найдёт. Не говори, мы должны найти. Ты что, мы вообще что ли конченые? Ну у тебя там один цвет или два цвета? Их много. Не говори, Кэт Макс, скажи сколько. Не надо, так будет неинтересно. Всё, так он уже вроде сказал, много цветов у него тут. Много цветов, гениально. Так. Тут его точно нету, ребят. Поднимаемся. Сюда идем. Я слышу музончик кто-то там. Лупи, да? Я тоже свой музончик этого. Знаете кого? Скрабэйби музон у нее этот. Чайник свистит, короче. Вот здесь вот. Так, ребята, я уверен, что где-то здесь сидит он. Так, возьмем, знаете кого мы? Вот этого челика. Вот он в этих норках вообще супер спец. Он норка. Он сам по себе норка. Димон так классно говорит он. Он норка. Цитаты великих людей, Димон. Он норка. Тихо, я сказал. Ой, я здесь не был. О, Димон, я тоже здесь. О, видел, как нашел. Нашел. Он в телепорте был. Он куда-то тэпнулся. Блин, ту карту вроде небольшая, куча всего. А, тэпайся. Нашли его? Да. Есть, Кэт Макс ушел. А, где я? В какой жопе я застрял? Так, Димас меня первым нашел, так что я вас буду тебе. Давай, Серега, ищи. Так, все. Я поехал. Так, в желтой комнате. Ты, Димас, в желтой комнате? Да. Он меня нашел! Купался, видите ли. Хорошо. Я тебе, Серега, поддался на самом деле. Серега, знаешь, где он прячется? По-любому, где кубики, опять туда побежал. Все, я Кэт Макс поймал. Молодец, красава. Серега, ты невидимым был. Ну что, Димас, ты ищешь? Ищу со всей силы, ты запахи не оставил, ни следов, ничего. Ага, там яма. Ладно, я разозлился. Злой, да? Мы все очень злой, сейчас. Иду убивать. Странно. Кого? Обычно Димона покемона первым находим. Да, я не могу его найти, он сегодня читерит читами как-то. Он читы для читов купил, Димас. Кэт Макс, не нашли еще? Не, нашли. Нашли? Вы втроем меня ищете, не можете найти? Ну да, ты же читер. Димас, а помнишь, как я на дереве задныкался, и вы меня еще минут... Потом, как всех нашли, еще минут 5-6 искали. Да. Пока я вам уже подсказки начал давать, типа, я не в доме, я не на этой части, и вы уже искали именно меня рядом с деревом с этим. А я, по-моему, знаю, где Димон. Все. Где я, Серега? Где я спрятался? На карте. Да ты раз уже. Велик тут висит, ё-моё, а самого я его найти. Я велик выбросил, мне не нужен. Да я понял, что ты его выбросил. Он где-то так, здесь, пацаны. Не рабочий велик, правильно? Ага. Димон, где-то ты здесь шкерись, а?
А ща найдем его по любасу где-то тут. Он где кубики, просто сел за кубики на корточке. Да? Конечно, я уверен, что я прав. Точно? Конечно, я. Я бы так сам бы на твоем месте бы сделал. Я бы сел на кубики, нашел место где-нибудь и сел бы там на корточке. Я угадал, Димон! Да, да, угадал! Так классно, так приятно, когда угадываешь. Блин, я думал... Я думал, ты, короче, знаешь, где я нахожусь, и просто... Нет, так... я реально тебя ищу, но я чувствую... Ну все, я все обыскал, все места на карте, только там. Он опять бежал. А мне показалось то, что Димон Покемон запрятался на свое старое место. Не, я бы так же само на его месте бы запрятался. Просто других вариантов вообще здесь нету, как бы запрятаться сильно. Нет. Да замочите его! Димон, замочися! Вот он, вот он! Где он? Какой комнате? Я не бачу. В какой комнате? Он пытался на лифте от меня свалить. Да. Я у лифта там стоял. На лифте, да. А я где сейчас? В Караганде. Ты тут не был. Короче, я уж больше браться не буду, просто буду бегать по карте от вас. Да мы так никогда тебя не поймаем. Наоборот, когда я сейчас спрячусь, вы меня будете искать заново. А так я буду бегать по карте и... Ну давай, бегай. Давайте. А дед, я ж тебя только что видел. Димас, ты в какой зоне? В цветной. Части карты. Преследую собаку. Колобак. Выглядит не очень хорошо. Вот она! Димон, я как знаю по следам твоим бегу, ну как? Я вот слышу вас, но не вижу. И не увидишь. Увижу. Я сваливаю. Стул висит в воздухе. Хорошая нычка здесь. Так. Где-то здесь собачачина. Да ну, Димон, хорош, ты издеваешься. Как ты убил? Не хватит! Есть! Да блин, нет! Так, Серёгу убил! Димон, видите, как делать, чтобы мы друг друга мочили? Есть! Офигеть, клинер, блин! И, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все пока! Это сейчас.